ТГшку летим. Так, кому надо, кому не надо. И самый главный вопрос на сегодня. После ТТГ быстро ЦЛК будет. Это ЦЛК, ну, я не знаю, будет оно там быстро, не будет. Надо, чтобы люди там были не такие, что там час посидел и офнулся, нахуй. Сразу имейте в виду, кто туда пойдет. Чтобы мы его закрыть должны на фул. Быстро, без проблем, без всяких. Энху кто-то место уступил или что? Вот этот слот. Ранти где? Где кто офается? Говорите. Я не ДК офнулся. А ты вообще про что? Офнулся. Так, допустим, Энха возьмем. Да я что-то часа в два встал. Invisible. Да, я это, блин. Кому уступаешь? Ну. Луднига. Ну, да. Горло болит, чё. Да подождите, пока не надо ничего уступать. Чего, Катриси? Нечем, говорю. Да. Динка Голд 500 ИП. Все, пока летим. Ну, в танках получается, что, Вилаша? Остальные в ДД. Блудника ДД есть? Я же, блин, куда я уйду? А, ну все, давайте. Ну, смоньте в этот ДД. Я могу на другого ДД посильнее зайти. Ну, давай зайди. Точнее, на РДД. Ну да, так. Нет, не три, наверное. На ДК, на ДК. На РДДшника могу зайти. Да заходи. Бигдему надо вред, нет? Бигдем плюсовал на это. На ИПш. Так. Сидим на замене, хули. Вдруг кто-нибудь как ник там у тебя охнется. Усовый, как ник? Сейчас я присаду тебя. Он в гильдии, нет? Есть там? Не-не, в гильдии. Ну там в ТТГ уже, нет? О, в тюрьме вроде Ляночка. Там кружка в итоге. А то я распылю нахуй. Так тебе сказал, Войт. Топим, кружка. Да, я ГП забыл кинуть. 100 ГП, да? 100 ГП шмотки стоят. Это инсты старые. Там. Вот я тебя плюсанул это. Примите кто-то в гильдию вот эту сову. А я хули у вас тут сов дохуища. В смысле еще тут еще одной совы. У нас не только сов дохуища. Надо теперь у нас всего, дохуя. Всего должно быть дохуя. Чтоб было вообще пиздец. Чтоб да. Прям, блядь. Много, не мало. А мало. Я вот за новогодние праздники хела хули пала 24-20-10 делал. Так. Этот, кто он? Скажи мне, блядь. Ты хочешь этим, как он называется, блядь? Шалфир, хочешь шпристом идти? Или чё? Где-то он. Могу престом подамажить. Нет, тебе надо или не надо? Так ну, особо он... нет. Ну, тогда хиль. Ну, а шестым кто будет тогда? Ну, я, наверное, спекнусь. Ну, либо я могу спекнуться. Кто? Хейкутю? Да, да. У тебя нормальный эрдру? Все, бьем трэш, пока кесет же нету. Бля, ты такой себе. Ну шаришь хилить там. Умножение будет на рост. Вот не ебать нахуй нажимаешь и все. Похилишь, поглядим. Надо, все надо. Совы, эрдрух и палы, всю хуйню надо. Ну, да. Ну вот я эршаму качнул, что-то не зашел мне, я хэпал. Это не хилит эрша. Да, Эршам хорошо хилит, не пиздите. Это... Он хилит. Надо, давай. Знаете, еще вот такой важный вопрос. Надо подзадуматься. Надо где-то РЛов начинать доставать. Ну, потому что всегда все на мне висеть, оно не сможет. Надо где-то хотя бы разгружение какое-то делать, там, не знаю. Я вот думаю, какие-то, может быть, дневные составлять РТшки. Но, опять же, у меня график 2-2, если это с 12 до 16 будет. Вот, я их не смогу каждый день. Вот. Ну, в субботу, в воскресенье, например, ну, кто-то сможет, какая-то часть людей. Я думаю, или опрос какой-то создавать, или что. Какую-то ну, хуйню, чтобы... Ну, ты можешь Холи Дринка, либо Хисторию, они, в принципе, все знают. Расскажут. Надо, чтобы человек рэлил и
релил на постоянной основе, то есть и для гильдии это. Чтобы происходило так, что вот приходят, начнем с десяток, допустим, вот приходят челики, допустим, в субботу, да, хуяк, кто-то собирает, и вы идете, допустим, Зуламан фул, Кару гер фул, и вот эту хуйню там за 2 часа, ну за 3 часа закрываете, там, за 3,5 там. Ой, ты завтра будешь? Нет, завтра я пятницу, субботу я не буду. У меня 2 последние смены и отпуск там 2 недели будет. Ну, Каругер собрать с Анролом Долгонога. Гребаного. Ну, мы можем типа на РТ вот завтра, ну вот, либо Holy Drink может повезти там. Вот, ну, это заебись. Десятка — это заебись. Я к десяткам никогда серьезно не относился. Вот, а если 25-ка... Не, десятка — это тоже заебись для начала. Но если будет столько народу днем, типа, если вдруг на дневное соберется, то можно будет ставить РТ дневное. Вот, если вдруг такое произойдет, надо, чтобы был человек, который мог страховать меня в те дни, когда я на работе. Вот. И, ну, а вечернее РТ — это уже, соответственно, после 20. Ну, я не знаю. Пошли уже сразу на наше. И все здесь. Ну пошли, похуй. Там варианте в начале инста стоит. Давай, что, давай в 2 танка, нахуй. Ну нафига просто, что толку от шкафа? Еджу. Ставлю рыбу. Еджу, алло. Он же сказал, что отойти надо ему. Ну, он писал на 7 минут или что-то такое. Пошли еще, мы. Я уверен, убьем. Без него убьем. Да ёлка. Ну, может ему надо, может ему выпадет какая-то чарка, я откуда знаю. Пошли, мы будем дальше по кругу бить. Сейчас мы эту хуйню за полчаса разъебем и целую кашку, еще у нас останется время. Если останется время, там посмотрим что-нибудь интересное, подмутим. Может быть это... Тут ивент? Ивент, ты че за полчаса там, блядь? Может РС-ку ебанем нахрапом. Вообще изи будет. Что там, заберите? Ба. Я понял. Сдуло. А, милики просто... чилили там. Чилы чилят. Что сейчас куда идет? ТТГ. Собаку подтягивать, тогда будем собаку бить, хз. Давайте, короче, это, короче, бывает, Рома, бывает. Так, надо какой-то прикол придумать. Новое железо покупаешь, и бывает. Отлично даже. Короче, я думаю, такой конкурс сделать, короче, для миликов. Если милики не сдохнут, то им какой-то ИП в подарок. На гейзерах ни разу. Если сдохнут, все отменяется. Если... Не все. Хоть один, если сдох, отменяется все, да? Нет, один пускай сдохнет, нахуй. Смотрите, короче. А ну нахуй, блядь. Я тогда, я не участвую в этой хуйне тогда. Либо чтобы... Ну, тут участвуешь, не участвуешь, давай вот смотри. Если какой-то челик ни разу не сдохнет из милика, то, короче, топа, ты тут? Да мне там ответили на форуме, короче. Оно по-своему.
проходит. Че, ты слышишь? Я говорю, конкурс устроим. Будешь участвовать? Какой конкурс? Короче, если не сдыхаешь на собаке от гейзеров ни разу, вот сейчас бьем, то получаешь... Так я не сдыхаю. Причем получается... не только ты, но и все остальные. Ну все остальные, не знаю, ну один хуй с ним, пускай сдохнет. Я пойду за ключом схожу, да? Короче, 500 ИП даю, короче. А БЛ считается за сдох или... Считается за сдох. БЛ здесь нельзя. Так, давайте. Обойдешься хил там, он же. Так, что там? Первая, вторая пати точно. Секундочку, бэрить нельзя. Первая, вторая пати точно там. Потом мордаунд и кто? Зози, так, ты... Дианцы, ты в этом, в ДД? Или в чем там? Блять, кого я в ДД спишь? Сейчас... Да, вот Синтек может побегать, похилить. Я же хилил. Я могу. Все равно хутор раздаю. Зози в кота тогда. Давай в кота. В 4 хила похилят. Не. Ты в кота. А мы выхили, интересно. Ну, блядь, конечно, нахуй. Зози и Синтек. Ну, у нас, смотри, вон и гимны на ХП, и друиды, блядь, хилить, и спокойствие, и все есть, нахуй. Этот, значит, ты в кота, Синтек, Зози и первая-вторая пати. Там с фиолетами прыгать. Остальные все 13 человек со стороны РДД. Скажи, что у нас человек вроде, который не в ги? Какой, где? Ну, это, я же говорю, возьмите его в гильдию, блядь, мы трэш почистили, фул. Ну сейчас это, моба убьем. А ты в гильдии какой-то уже? Я хуй знает, не смотрел. Ну это этот, кто он? Кто ты, скажи? Блуднига? Блуднига. Это PvP персонаж, я в PvP в основном хуярюсь им. Теперь и PvE еще будешь хуять. Принимайте готовность. Че, как сделаем? Будем конкурс делать, нет? Давай. Ну, смотри, если вы с первого раза вайпаетесь, то все, конкурс отменяется, получается. Короче, сейчас с первого трая, если прям никто не умирает, накидываю всем ДДшникам, ну, миликам и... Короче, блядь, не знаю, блядь, накинем 500. Этого не будет. Просто всем посмотрим. Два часа сделаем, да, кто не сдохнет, прям это... Просто всем ЕП, да, если мы с первого трая убьем, и все, ебать. Любись идея. Так, сдохни ему ГП. Ладно, даю отчет, не знаю, кто там был готов, кто нет, похуй уже, короче. Охуенно, конечно, ты продумал. Не знаю. Не, если вы с первого раза убиваете, и у вас, допустим, милики там выживают, ты же для миликов делаешь. Те, кто выжил, милики, и вы убиваете с первого раза, им давай просто... Я хочу просто, чтобы люди на гейзерах не сдохли, блядь, вот и все. Отлагаю. Вот стимул получить. Так, а здесь мне... Я... Вы знаете, что мы уже вайпаемся, потому что на Вилаше какого-то хуя зеленая, потому что на Мордаунте какого-то хуя фиолетовая, блядь. Тебя просили... Ты сам сказал, Мордаун бегает, там сам. Нет, сказал. Да вы сказал глухие такого... нахуй. Вы пиздец отбитые, блядь. Ну вот, а ты переживал. Все отменяется. Нахуй ты туда пошел, блядь. Всегда бегал в рендже. Я же ясно сказал, блядь. Первая, вторая пати, Зози и Синтек. Что это, не слышно в DC? Нахуя я тогда вообще говорю что-то? Пиздец, блядь. Я не давайте знаю, как он будет. Лаша, просто на месте стой. Ну, заебись. И не подходите к ней. Бегите или умрите. Бел? Бля, я понял. Так, блядь, Синтек. Взял слой. Да, нахуй надо. Вы что, это не про нас. Падайте. Берегитесь. Конфликт, потому что милики ловят с танком, нахуй. Блять, мордаунт, нахуй. В кружке начинаешь ты. В кружке, брателла. В кружке. Да, два, хорошо, хорошо. Два друида и первая, вторая пати миликов там целая. Это диверсия, короче, была. Я конфликт не ловил. Это был... Трисия, Сиэджи, Инвизибл. Потому что там танк зеленый, блядь. Весело. Это был очень быстрый конкурс. Всегда, не всегда там, блядь, ну, говорят же в DC, ну я не знаю, вы слушаете, нет вообще. Я же прослушал, скорее всего, там. Ну, пиздец. Быстрее, блядь. Чайник поставил, горячий был. Бать, мне кружку бы хватило. Тамада, блядь. Рыбу жрем.
Ты что там мне заслоняешь рыбу, бля, ветки убери. Кто это? Синтег, бля. Обломай ему ветки. Корешки свои, блядь. Сейчас на монгол пойдет. Какой масрез тут бежать 2 секунды? Вы что, бля, накурились? Чё ты лежишь, я не понимаю, блядь. Ну. Пиздец, весь свет прибежал. Тут бежать 2 секунды. Не ждите никогда, это, блядь, тут бежать, пиздец, блядь, расстояние. Налево, блядь, не направо. Время тик-так, надо быстрее, блядь. Дайте престолов, пожалуйста. Закханыч. Все готовы, да, чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Пиздец, блядь, доты понавешиваешь, пока, блядь, геры 5 секунд уже пройдет. Ну хоть 5 секунд ждите, блядь, ну секунды 3 хотя бы, чтобы 2 ГКД прошло, геру потом уже. То вы так даете, пиздец. Нормально, по кайфу. Под ГКД же, ой, под Гера еще и ГКД, ну, уменьшается. Угу. Так что, не сильно страшно. Как дела? Хуёво нахуй. Пиздец. Я понимаю, бля, я нахуй, но у тебя-то блинк есть. Так я умер прямо около чела, который не умер. Не знаю тогда. Ну вы серьезно, мы стояли вдвоем, будешь. Все, 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 играем. Два бича только лежат. Или умрите. Обстрел. Хуярьте. Невелика потеря. Зози еще упал. Берегитесь. Было на обстреле на миле, когда сейчас РДД ждите гейзера. Встаньте получше. В линию. Вокруг друг друга не вставайте. Вот это кругом вы там стоите, вы хуй выбежите оттуда. Спасли синтек. Не знаю. Убегайте. Да. Вот милики теперь ждите гейзера следующий на вас там. Секунд, может, 10-15 там. Готовьтесь. Захильте хорошенько миликов, прожмите что-то там, похильтесь, а. Берегитесь. Все, ешка прошла. Сейчас гейзеры будут на миликах, смотрите. Готовьтесь. Лучше сразу разбегитесь в линию, чтобы проще было. А то вы под боссом сдохнете, нахуй. Все, гейзеры вон. Угу. Бьем. Вставалку не юзаем. Две метки, только не в одной точке. Сука, друг к другу не сбегать. В две разные точки. Вот, это кто сдохнет или кто это? Бегите или умрите. Все, выбегайте, случай. Сгдыщ. Гимн на ХП, даем все присты. Быстрее, быстрее, шаду на ХП. Берегитесь. Че, 6 лямов должны добить. Выбегайте. Вилашу не проебите, пожалуйста, там частица есть, нет? Иннер по гламурчину залейте, Равист, Хейки, Катриси. РТД подальше отойдите. Иннер по гламурчину быстрее, срочно. Все, бьем дальше. Я сдохну, пойду. Я тоже. Пабла нету. А ты в ДД, да, Дианси? Смотри, если что, помогайте хилом. Дианси. Нет, хил. А, ты хил. Ага. А, я забыл, что Зузи спикнул. Нормально. Победа. О, это мне, я хочу, воин. О, орёт, орёт.
Моя это, которая на комбо, это не тебе. Синдром друида. Да не, я перч. Я посох. Тогда пояс чарка, я забираю. Я не против, забирай. Все, договорились. Надеюсь, там на ревностного нету. Отдавай на распыл, короче, все, холи дримку и нормально. Ну, вообще четко будет. Шлак выпал, да? Посох, который вот этот? Посох, да. Ступни на сову выпали. Тинтек из гидыща. С гиды еще давать, нет? Или тебе давать? Нет. В Рэй еще нажимает. Ну, в Рэй есть такой. Блядь, не слушаю в Рэй, у него есть посох. Он меня его уже спиздил раз 5. Че, может, с гидыщу дать тогда? Нет, я не знаю, кто это. Блядь. Закидывай хулидринку на распыл. Ну, думай сам, и нахуй. Ну, типа, ты в основном в хиле играешь. Так-то в совет. Ну, я и в совет тоже дамажу, там, елки-палки. Я там, блядь, с 1000 лет уже не могу посох получить, потому что он либо тебе надо, палит, тебе надо зломана, этот хуёвый посох. Да, блядь, нормальный это посох, он пиздат, он потом апает 284-й, блядь. Ну так пока еще не сделали, а... Бля, отдай магу и не это самое, выбьешь еще. Да, блядь, когда я его еще выбью, потом появится еще один. На следующем КД, нет, все. Покорение стихии, это на кого, на Элем? Это Элем. Элемовская чарка. Вадикон. Или дианцы кому давать? Блять. Давай ральнем. У меня топок вообще нет таких. У меня 58 ну, такие, но без чарки. Аркан часто в командировках, блять. Он сегодня играет, завтра, блять, не придет никогда. Так, башка, молитва исцеления, молитва обращения, блять. Ебать. Это пыли ту нафиг она помогает. Это пыли, она никому не нужна. Хуйня, да. А если пыль сберет ее, значит он дурак. Точно не нужна? Точно. Да, это нужна, это да. Ну, бесполезно. Голова сильнее Т4. Так, что это? Теневая мотивация? Это на кого? Это на рогу. На какого? Это топи отдавай. Топи. Так, тапки на звездный огонь. Выбирай себе. Есть. Мне такие есть только на лунный огонь. Пригодятся, да? Немножко кому-то надо. Что-то носов, я думаю, нафармили все, да? Нихуя, никому не надо. Провис надо тебе? На оф. Как это на оф? Ну. Тогда она еще пета в подарок. Так, ну спекай себе хейки, типа посмотрим, сколько хилишь. Из Ози спекай себе обратно. В хила. Эй, балды. Да шо ты, Синтек? Этот посох все равно параша. С зуломана лучше. Надо зуломана выбить. Он падает. Что зуломана, блядь, что с ТТГ он не падает. А если падает, его отдают. Надо просто с анролом собрать. Чтоб там не было всяких РДДшников. Так, рыбу ставлю. Зрите. Зуломан с одним РДДшником. Я хочу это посмотреть. Просто РДДшников с посохами уже взять или с пухами с леща. Главное рейд собрать правильно. Слышался, так собираю себе зломан со всеми ВХ. Чтоб точно никто не отобрал. Ну так смог заберут. Он не особо красивый. Готов, Синтек. Так. Да я чё. 5, 4, 3, 2, 1. Береги.
Берегитесь. Черный пол там, смотрите, с него надо выйти. С черного пола выходим. Потом давайте, гламор еще на ауру отдашь. Гламорче. На следующий. А ты не сдавал? Нет. Бери. А, Тигеру. Да КД еще. А. У меня нет КД. Ну, у меня тоже нет, можно Геру. А давайте на кого есть. Бублики выносите. С них выходим. Здесь еще бублики будут. Выбегайте. Тут Тилар, Седжи, выйти. И заходим, заходим, заходим. Массакру всю хуйню, массейвы. Так, теперь выходим с бубликов и захиливаемся. И добиваем лям. Спокойствие. Ну, блять, ну этот-то мне точно дашь? Да ну я ебал бы. Да, 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 забирай. Заебись, я сколько хотел. Да почему? Почему танковские шмотки падают отсюда? А где? И сколько времени ходил на своем хэпале за этими штанами, нахуй, ни разу не падали, блядь. Тинтек заебал, нахуй. Тут 42 выпала. А тут аж две пары, нахуй, по 40 гривен. Автоматическая блядь. Атака, плечо, нахуй. Надо кому-то? Ой, тут Тилар. А только на другой шмотке, блядь. Так, штаны на хэпала. Охуенные, да? Да, пиздатые. Закидывай на меня. Так, а что, у нас нет хпалов? Гламурчену не надо? Гламурчен тебе надо? Да, ни хуйня. Хольдринку тогда? Да, давай хайкить в сову, брат. Так, мастерство, запас здоровья, грудь на танка. На хп. Если лем... Фурики, да? Если лем танкам не надо, то... Закханыч, тут Тилар 50, Закханыч 100. Кому с вас давать? Ну я успех собираю, если ему нужнее там по мейнспеку, то ему давай. Надо тебе тут Тилар, нет? Или Заханычу закидывать? Прием. Так, а это что? Это тоже нахапало, да? Ебать. Хулидрин, ну ты прям уже хапал почти. Да, 3-4 на. Все. Ну сука, ну сейчас прям ревность из этой хуйни выпадет, собаки ебаные. Прям, блять, там, блядь. Кожаный пояс с двойной атакой. Надо кожаный пояс с ревностным. И все. Пиздец. И удалять игру можно. Или латные запы с этим. С бурей. А схуя ли он не падает, блять? Он будет как это... падает. Он же падал, да? Как-то ревностный. Там обозначение же ДД спек, типа. Один хуй, это хуйня прокает. Да. Ну, надо ролить, блять. Вот вам. У Патрисии. И у Синтека тоже есть. Съебали, блять. У всех, кроме Войда, есть. Пиздец. Да, подождите еще. Вот. Ёбаный урод, нах. Давайте добиваем. Я пойду два алкашных камня куплю, бля. Скрафтим БК. Алкашных? Алкашных? Я алкашных. Понял, выхуй. Пойдем. Дает что-то. Мы убегаем куда, не знаю куда, выносим то, не знаю что, нахуй. Юля, проведи дальше.
Кто умрет, тот пидор. Ура. Метки выносим. Вот диспойте. Берегите. Отвернулись. Вы... Мегахант, как дела? Нахильте его. То он сдохнет. Станет ненатуралом. Вернулись. Метки выносим. А где там записаться в очередь на конец? Да нет вроде. А он 310 же, да? Да. Да, он 310. Захильте двух людей, фирст ловили, тут лары раньте. Паладину так вообще имба, ну. Да, всем имба, метки. 20% от гильдии. Я не знаю, стакается оно здесь. Паладина еще, блядь, аура есть. Сверху, стакается, сверху. Стакает. Все там работает, все там стакает. Не, у меня есть маун 310. О, выносите метки. Берегите. Но тут красивее. Зархан еще поднимите. Метки. Берегите. Вернулись. Блять, че, отвернулся сложенный, вы че? Появился сразу ПС вырос. Турнический удар. Еще один синтек забирай. Ой, еще один посыл, блядь. А нихуя себе, на ныл синтек дам. Нахуй. Синтек нахуй, два в две руки нахуй. Ебаный урод. Леночки закидывай. Давай руки мне еще. Рунический удар. Вот смотри, нихуя, а голова это как у меня. ДКшники. Давай мне такую голову. Это кайф вообще. Че, танка нужна какая-то голова? Ну, тут и Ларс сотку жмет, кому надо. Это биссовая. Ну, по крайней мере, я нашел. Я просто себе тоже. Ну, не, я собираю в спек, но там есть, если МТ есть, то пускай МТ забирает. Тут и Лар не МТ. Тут и Лар даем Заканычу. Или что? Или тебе? Алло. Он вообще в Дисе, нет? Спросите у него, блядь. Короче. Блять, я в муте сижу, сори. Я, короче, говорил про то, что, типа, он одну забрал, дайте мне хоть эту шмотку. Я могу короче... я тебе могу грудак дать, слышишь? Не, я голову хочу. Ну окей, давай. Голова, делай. Голова бис, нахуй. Ну, чарка бис. А та хуйня на хп, это параша. Так, что это? Параша. Башка, 320. Я опять сидел, да, ну, просто замученный. Чёрты. Тинтек. Я думаю, тихо так. Тинтек копит ЕП, нахуй. А, кисеру кулаты. Спасибо. Да, на меня закидывай. Мы в целка идем еще. Целка там рассчитывайте, блядь, что оно до конца будет, а не то, что там два босса и офаешься, блядь. Чтоб такого не было. Чего? Возьмите продукт на целка, пожалуйста. Ну, плюсуй там, посмотрим. Вот, друзья, там. Че сейчас будет? ЦЛК. Так, не подал уже? Нет, еще. Не ливайте. Мегахант покидает гильдию. У Гламурчена же есть этот спек ДДшника? Я понял, нахуй. А чё это за? Ну, он спрашивал, как это делится лут, типа еще в ГМХМ. Мы ему ответили, что по ЕПГП скачай.
Может, его что-то не устроило, короче, хз. Что-то кому-то не так дали. Так, что это выпало, нахуй? Объятие тьмы, священный огонь, нахуй. Это бисовая напасть. Давай распылим. Че, получается шаду. На это. Дайте шаду. Слав, я выйду на 10 минут. А, да. Ну, то есть Вовке. Что-то у нас хилы и... Кто... Так, что у нас там? Я тоже не против места уступить. Сейчас посмотрим. Кто плюсует там. Так. Он с хилы меня поменяй местами. Да, я тоже бы уступил на целкауп, я осколки у тебя покупаю. Так, кто там? Почем покупаешь? 10к штука. Пиздец. Блядь. Ой, что-то вы дорого, блядь. Что, поднялись цены, что ли? Раньше вообще по 20 продавали. Я не знаю, он, блядь, всегда договаривался. 5-7к максимум. А кто еще спекался там, блядь? Нет, эти 500к на шеем, да, получается? Да ёбаный Сирус. Чего-чего? Ты у кого покупаешь эти осколочки? В какой гильдии? Да, это у знакомого там он собирает. Обычку поставьте. Понял. У меня в инсте сейчас. Тут и Вилаш еще в инсте. Потом, дай контакты потом, пожалуйста. Окей. Okay. Это же дорого, вы че, ребят? Что, протанемся сейчас.